Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами Михаил Сманцарев. Сегодня хочу поделиться, как я делаю вот такую вот интересную пилу для моделирования. Использую пильные полотна, вот они у меня, от ленточной пилы. Но это вот от сломанных. Кому хочется сделать прям свежую, можно купить одну пильную ленту, ее поломать и из нее сделать. Вот видите, я уже в размер этой рамы их наломал, просто двумя пассатижами ломается и все. И сделано вот такое полотно. Но для чего я это делаю? У меня ребята занимаются моделированием, ребятишки. Иногда нужно распилить что-то фигурное. Вот. Или же вдоль она будет пилить, и как лучковая пила. Поэтому ножовкой не взять, лобзиком электрическим им пока пилить нельзя. Если брусок или доска широкая, простым лобзиком ручным очень трудно. То есть, когда я ломаю, потом просто беру полотно и размечаю вот эти вот отверстия. Отверстия просверлить довольно сложно, потому что это полотно сделано из пружинной, такой рессорной стали. Вот. Затем я взял просто пружинку и сделал вот такие вот пружинку. Разогнул, выпрямил и сделал вот такие вот стопорочки. Теперь расскажу, как пробить отверстие. То есть отверстие пробивать нужно при помощи какого-то хорошего пробойника. Я, например, пробиваю при помощи вот такого вот дюбельного гвоздя. Оно закаленное. Вот видите, я пробил уже. То есть теперь вот эту вот выступающую часть просто нужно спилить, точнее сточить на станочке. Еще раз беру с другой стороны. Вот у меня уже практически отверстие есть. Но если вдруг оно не сразу идет, можно подложить или алюминий, что будет по это самое помягче, чем у меня наковаленка, это нержавеющая. Тогда она, видите, больше выдавится. Еще раз я ее подпиливаю, подтачиваю. Говорю про пиление, поэтому... Ну и все, отверстие уже образовалось. Нужно просто шилом еще, там где-то остаточки какие-то остались, проколоть. Все, вот видите, вот отверстие есть. Большое делать не надо, для того, чтобы не ослаблять само полотно. Все, видите, вот отверстие готово. Также делается и с другой стороны. Можно побольше, поменьше его делать, в зависимости от угла заточки дюбеля или же какого-нибудь хорошего пробойника. Все, я думаю, здесь всеятно. Сейчас посмотрим, как пила будет пилить. Теперь давайте посмотрим, как она будет пилить. Ну вот у меня ребята, когда моделируют, они вот такую вот линию могут, вот такую линию. Не получается ровно, но вот так. Надо по такой линии отпилить. Ножовкой, конечно, не отпилишь. Электрическим лобзиком им пилить пока нельзя. Ну вот. Я беру вот эту нашу пилочку. Это уже пильное полотно поработало на ленте. Она сломалась. Я немножко бочком, чтобы было видно, как я пилю. Вот спокойно могу по этой линии пилить.
при выходе потихонечку, чтобы не обломилось. Вот, пожалуйста, вот такой вот у нас идет пропил. То есть пила работает отлично. Она также будет работать и как лучковая. Как я понимаю, сейчас мы это посмотрим. Так как у нее зубья. Ну, немножко кишки вибрирует. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, то же самое. То есть пила работает хорошо. Рекомендую. Кому было полезно, ставьте лайки. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Смансарев. До свидания.